Первым делом обжариваю курочку. У меня уже разогретое масло на сковородке. У меня бедрышки для этого блюда. Выкладываю так в один слой шкуркой вниз. И обжариваю хорошенько с одной стороны. Без соли, без перца, без ничего в этот раз. Курочка у меня с одной стороны подрумянилась. Перед тем, как переворачиваю, я посолю и поперчу. Я со стороны шкурки не солила, не перчила, чтобы шкурочка не подгорела и не пристала к сковородке. Так, немного подсолила. Поперчила. Все по вкусу. Соль и перец. И переворачиваю. Переворачиваю. Сейчас еще подсолю с этой, подсолю, поперчу с этой стороны. И обжариваю с другой стороны. Вот, как курочка обжарилась с другой стороны, достаю. Сковородку со всеми этими соками совсем оставляю на очень маленьком огне, на самом маленьком, какой есть. И вкидываю сюда мелко порубленный чесночок. У меня где-то на мое количество, где-то 6 зубчиков. И даю чесночку так хорошенько смешаться со всеми соками в сковородке и обжариться до такого золотистенького цвета. Как чесночок обжарился, вот так взялся цветом немного, но не сгорел, конечно же, надо посмотреть, помешивать все на медленном огне. Добавляю сюда сливки. Жирненькие такие добавляю сливки. Все хорошенько перемешиваю вентиком, чтобы все хорошо соединилось. И даю этому всему на таком маленьком огне немного загустеть. Так, все под помешиванием. Вот, соус у меня немного покипел, загустел. Пробуем на соль, на перец. В принципе, со сковородки все специи собрали соус, поэтому надо проверить, нужен соль или перец или нет. Возвращаю сюда кусочки курочки. Посыпаю еще немного такой крупной морской солью, добавляю немного перчика и немного зелени. Теперь выключаю огонь и оставляю это все немного дойти, минут 5, впитаться курочке соусом. И все, на этом, в принципе, все и готово.